Всем привет! В данном видео я вам покажу замер выходного сигнала инвертора от NESH24 на 5000 вольт ампер, 4 киловатта. Соответственно, мы с вами посмотрим форму выходного сигнала и для себя посмотрим, убедимся, что форма сигнала правильная, неправильная, какие имеет искажения. Просто раньше, совсем еще недавно, да и в принципе сейчас, все-таки не прекращаются споры о том, что якобы русская хорошо, китайская плохо, это плохо, это хорошо, вот непонятная такая кутерьма, и у меня предоставилась возможность снять подобные показания с инверторов от NESH24, соответственно, спасибо всем, кто подсказал мне, как это делается, потому что, ну, когда я в технаре этим занимался, соответственно, забыл, да, 220 как замерять, но не важно. В общем, сейчас мы с вами это все прекрасно посмотрим воочию, так скажем, своими глазками. Извиняюсь сразу за качество, потому что качество плохое из-за того, что осциллограф не видно, когда идет засветка лампами, поэтому пришлось выключить свет, соответственно, снималось все на камеру в потемках, чтобы лучше было видно форму сигнала. Ну и смотрим само видео. Всем привет! В этом видео, темном, таком черном видео, мы с вами будем смотреть, какой сигнал выходит с инвертора нестеровского пятитысячника на 48 вольт. Вот, в общем-то, могу свет включить. Вот, видите, ничего нету. Подключены солнечные панели. К выходу, вот видите, щуп подключен. Подключены аккумуляторы и солнечные панели. Итак, ну что, выключаю свет и давайте посмотрим, какой сигнал выходит. Включу инвертор, соответственно. Так, инвертор заработал. Такая синусоида у нас выходит из него. В принципе, искажение есть на нуле, но оно не такое уж и большое, как многие рисовали. Чистый синус я наблюдаю. Сильно больших кракозябр я не вижу. Сейчас давайте камеру направлю непосредственно на ослика. Такая вот синусоида у нас выходит. Четенькая, вот видите, моя рука. Приборчик, в принципе, с поверочкой. Все как надо. Есть возможность. Научили, демонстрирую. Вернее, как научили, напомнили. В общем, вот такое у нас видео. Ну-ка, относительно земли у нас. Тоже какая-то кракозябра, как некоторые говорят. Видите, от нейтрали к земле. Соответственно, потому что заземления нету, поэтому у нас вот такая билиберда рисуется. Если мы уже с вами знаем, что у данного инвертора, выключу, у данного инвертора у нас стоят фильтры, и все фильтры привязаны на землю. Поэтому, ребята, необходимо в обязательном порядке под эту всю штуку, вот под эту вот штуку, ставить заземление нормальное. Ну, не знаю, наглядно, не наглядно. Ослик у меня двухлучевой, аналоговый. Я ему больше доверяю, чем цифры. Цифра у меня достаточно дешевая. Этот, я считаю, в принципе, с этим прекрасно справляется. Ну и на этом я прощаюсь с вами. Всем удачи, всем пока.